Привет, привет, ребята. С местом мы под наш новый, так сказать, берлогу определились. Вот, и, собственно говоря, я вот запас всяких балабасов. Тут несколько кирок, бетонные блоки. Конечно, вот это маловато, вот конкрет пила, который, да. Все это хотелось бы побольше, но, блин, пока нету камня. Я так понимаю, камня-то у нас будет офигенно сколько. Но не сейчас, чуть попозже, да? Так, вот из двух печек я уже, собственно говоря, уже практически завершаю с ними работать. Вот это по камню, тоже я ее... Камень этот засосется. Так, ладно, повыключаем тогда уже все. И этот тоже. Здесь нужно глину вывести, получается. Но я для этого сюда пока цветной металл ввожу, чтобы наделать вот гильз. Отключись. Так, а здесь у нас металл. Металл, металл, металл. Вот я вот думаю, нужно ли мне еще с собой металл в каком-то виде взять. У меня и такое есть. Та-та-та-ра-та-ра-та-там. Стрел вот, болтов, я не знаю, хватит, не хватит. С собой надо еще взять немножечко, да? Ладно, потом накрафтим. Так, это мы тоже выключаем. Ну, собственно, и все. Единственное, что вот эти вот ножик для рубки травы хотелось бы получше сделать, потому что он очень быстро стесывается. Он крафтится при помощи этого умения мисс крафтинга. Оно у меня, блин, вообще не прокачано. По-моему, на 20, что ли, максимум. Ну, да, это дело наживное, в общем. Я думаю, будем выдвигаться. Взять еще с собой пару аптечек, а то мало ли. Где-то там кто-то скрипит. Посмотри, понабежала тут целая куча демонов. Это что, это он дымится, на что ли, не пойму? Или это кактус? По-моему, все-таки это зомбак, да? С такого расстояния болт не долетает, мне кажется. Стреляешь, стреляешь и не попадаешь нисколечки. Ладно, поехали. Сейчас там, главное, место подобрать. Более-менее. Так, а у меня что ж, господи, мотик-то здесь. В разобранном виде. Так, так. Аккумулятор. Слушайте, у меня уж прям тут вообще все фиолетовенькое. Ну вот, кроме рамы, седлушки и прочего самодельного. Ух, главное не упасть опять туда. Та-та-та-ра-та-ра-та-тан. Что-то я мало взял фреймов. Надо фреймы взять, короче, еще. Так. Ставим все. Да я не знаю. Переместить все-таки часть, наверное, да? Если что, можно отсюда достать. Запасные кирки. Так, молоток нужен с собой, это тоже понадобится, наверное. А может быть и не сразу понадобится, да? Сталь, это и это. Так, и стол, наверное, тоже не сразу понадобится. Для крупки травы. Эти, наверное, тоже оставлю. Это в качестве еды пускай там валяется. Но пока так, сейчас кубиков возьму. Хотя, в принципе, ладно, кубиков я и так возьму. Ну и все, поехали. Поехали, да. Топливо надо здесь. Да что ж ты никак не запрыгнешь-то. Ну, коли топливо, то сразу тогда и кубики оставшиеся возьмем, где они были. Пу-пу-пу-пу-пу. Стоп, здесь же были. Чуть ничего не вижу. Вот же они.
Так, из этого мне ничего вроде не надо, да? Это ремонтная штучка. Тоже, наверное, пока не нужна. Ну все, поеду. Он сказал, поехали, и взмахнул рукой, да? Так. Свинец сразу зафармим. Теперь осталось найти место. Какое-нибудь более-менее симпатичное. С одной стороны, там вот на лес вид, а здесь на пустыню, да? Здесь на пустыне у нас будет вид. Так, и биом посмотреть на какой. Если тут будет... Ух ты. Гля, она бесшумная какая. Она даже звука не издала. Падла. Обалдеть. Еще кто-то шипит, что ли? Так. Ну тут зимний биом вроде. Зимний-зимний. Или он чуть подальше. А, здесь вот зимний получается. Пересекается с лесным опять зимним. Я вот думаю, что забуриться в скалу, где зимний, потому что под зимним биомом-то вроде по идее должен спавниться этот. Белый порошок, так сказать. А белый порошок — это всегда хорошо. Давайте еще проедем вперед тогда. Магазин у нас. Магазинчик оружия. Он еще... Скалолазы, блин. Ты посмотри на них. Так, для тебя мы дубинку припасем, а то вы... Взрываться любите. Ты чё ж, падла, без ничего, а? Офигеть. У тебя же должны были потрошки быть или еще что-нибудь такое. Так, а вот здесь зимний начинается, да? Так, стоп. Переет хорошо. Так, и нам нужно более-менее что-то ровное. Ну вот, почему бы здесь нам не поселиться, как вы думаете? Я думаю, что вполне уместно это будет сделать. Именно в этом месте. Красивая, практически отвесная стена. Там дальше еще, конечно, есть, но там зимний биом. Я зимний биом не особо люблю. А с другой стороны, ночью там будет светло. То есть нападение, когда будет там, будет красиво. Но там будет холодно. Так. Ну, тоже вариант. В принципе, да? Но это постоянная зима за окном. Блин, сейчас и так зима за окном, и тут еще зима за окном будет. Дополнительно. Та-та-та-та-там. Ладно, сейчас подумаем, что выбрать-то. В принципе, можно сделать, получается, типа два входа, да? И со стороны леса, и со стороны зимы. Так, переходим плавно в обратную сторону. Гля, все такое белесое стало, типа мой персонаж замерз резко. Ты-ты-ты-ри-ты-ри-ты-ты. Не, наверное, все-таки я здесь вот поселюсь в нормальном зимнем биоме. Светло — это, конечно, хорошо, но, блин, тут света прям не особо, чтобы так много будет. Ладно, живи, Олежка. Так какого фига ты ломаешь на ровном месте-то, а? Технику доверенную. Так. Еще вопрос стоит... Насколько придется срубать все это дело? Я имею в виду землю. Сравнивать ее вот с этим вот? Или оставить вот такой наклонной, как тогда у меня было? И, собственно говоря, использовать это, чтобы зомбачки сюда подходили.
плавненько. Наверное, здесь все-таки огромный объем, придется срывать, не буду я этого делать. Хотя, с другой стороны, вот здесь вот глина. Это хорошо, ее можно срыть в какой-то части. Но это пипец, честно говоря. Ладно, здесь и будем строиться, короче. Поставим мотик. Перво-наперво что нужно сделать? Перво-наперво нужно сделать... Ух ты, и рюкзачок тут даже лежит. Обалдеть, вы посмотрите, что мне принесли. Ножик. Хороший, красивый ножик. Для разделки туш. Так, а вот здесь снег идет. Почему? Это зимний биом сразу, да, резко? Так, вон еще зомбак. Резко зимний биом. Нет, резко зимний биом нам нафиг не нужен. А с другой стороны... Что-то скрипишь и крутишься, блин, как маркетанская лодка, урод. Проезжал, не было никого. Сейчас тут... Да нажмись ты, а, расхаживают. Задрали они вилять, а. Тара-тара-тара-тара-тарам. Так, надо пометить, где у нас блоки. Где у нас зима намечается. Начинается. Вот здесь. А, здесь вот, в принципе, да? Как организовано-то хитро. Так. Вот так вот. Ну, не знаю, блин, здесь выступ. Черт побери его. Да, я думаю, ничего страшного. Половина будет зимы, половина будет этого, да? Ладно, начнем. Я, пожалуй, пока сейчас тогда отключу. Ну, я уже покажу что-то более-менее похожее, когда будут результаты хоть какие-то. Ну что, вот это вот чудовищное количество придется выбрать, которое вниз вот идет, получается, отсюда и вертикально вниз. Нужно все это все выпилить, чтобы получилась более-менее какая-то красивая ловушка, убежище. Более-менее что-то было напоминающее убежище, симпатичное, безопасное и т.д. и т.п. короче. В общем, махать не перемахать киркой, сейчас уже 16:24. Я вот думаю, может быть, ночью здесь попилить. Если орда не придет какая-нибудь блуждающая, не свалится на голову сверху, будет нормально. А если, конечно, орда свалится, будет не очень хорошо. По идее, можно по таким же способам, как я тогда делал. То есть вот так вот вырубить каемку. И эту каемку потом, получается, ну, до конца, донизу, до какого-то уровня вырубить. И потом снизу подпилить, и это все, по идее, рухнет. Образуется типа гравия что-то. Ну, а гравий там уже проще, он с одного удара разваливается. У меня пока еще не прокачана кирка, там 50 где-то майнинг, поэтому аж 3 удара приходится делать, чтобы скалу развалить. Ну и плюс тут еще кое-где земля. Ее тоже нужно копать. В принципе, земля пригодится там для удобрений, для всяких штук, она тоже нужна, чтобы ее сделать. Да-да, и вот такое нужно тоже сделать. Получается, по бокам вырез полный до конца. И получается сверху вниз тоже вот здесь вот. Эх, что из этого получится и когда это закончится, блин, неизвестно, да? Большой объем, конечно, работ. Да еще и без бура. С другой стороны, бур тоже зомбачков привлекает. Так что черт его знает, что лучше, да? Или вручную махать, или так выбирать. Ну, тут дофигище, конечно. Прям реально дофигище. Ладно, начнем ее копать, там посмотрим, что получится. Ну, до конца дня хотя бы. Покопаю, будет ясно.
Тут у нас целая орда идет. Так, я тебя сейчас помашу. Урод, лежать. Так, и ты лежи, и ты лежи. Мне бы одежку кто-нибудь принес из них, было бы хорошо. А то что-то у меня персонаж подмерзает. Ну, орда, да, бродячая. Вот раз, да, вон еще идут. Целая куча. Бедняги, блин, буксуют. Ладно, я к ним на встречу не пойду. Пускай буксуют. Кстати, надо вот здесь вот, по идее, бы Колев наставить. Так, на всякий случай. Эй, зачем мне? Не нужно никуда ехать. Мне надо поскидывать разные штучки. Так, мне это пока не надо тоже. Вот Коля я оставлю, наверное, да? Это тоже оставлю. Но остальное все у нас так или иначе будет падать. Ну, может, кроме угля, да? Так, как же нам наметить-то? Смотрите, какая дружная бригада. Ползет. Альпинисты, наверное, скалолазы. Где-то ползали и разбились. Теперь по старой памяти. Наверное, вот как раз под эту вот глинку, да, глинку мы выберем. А потом здесь будет небольшой подъемчик. Чтобы если вдруг собачки какие-нибудь прибегут там или еще что-нибудь, чтобы это не было прям таким большим сюрпризом. Блин, никто одежду не приносит. Чё ж вы такие-то, а? Жмоты. Чтобы это не было сюрпризом, в общем, да? Немножко окружим. Потом, в принципе, их можно будет и срубить, и что угодно с ними сделать, с этими колышками убрать как-то. Но пока такой себе защитный пояс будет. Так, что-то я, по-моему, переборщил с Колями, не туда поставил, да? Ну ладно. Тут еще копать не перекопать, так что неизвестно когда и что. Сколько у нас время там? 7 часов? Давай, быстрее так спустишься. Ух, пролетел, чувак, блин. Стой, 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 стой. И у тебя нет никакой одежды. А по виду и не скажешь. Вроде все одетые. Так, у нас 18-й день, да? Да, там собачий бегак. На какой день? Ну, 21-го у нас будет, получается, нападение. Получается, или сегодня, или завтра собачий бега, да? Там штук 5 должно собак прибежать. Как бы с голой жопой это не встретить. Неизвестно где. Все, да? Идут, идут, все, блин, господи, сколько же вас. Кушать она захотела тоже у меня. Стой, 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 да что ж вы такие, а? Как бы тут не переломать себе что-нибудь. Блин, Колев понаставил, сам уже забыл. Сюда сложим. Ну вот такая у нас пока намечается штуковина. Вот эту всю землю надо выбрать, короче. Все это надо будет выбрать. Вручную, господи, сколько их, смотрите. И они все застряли. Ладно, продолжим копать. Вот такая у нас получается штуковина. Уже ближе, скажем, к вечеру, да? Не стану я здесь оставаться. Здесь зомбаки, вон, видите, целая куча. Они сейчас начнут бегать. Их тут дофигища. В принципе, их, по идее, можно сейчас перебить. Но, блин, опять же, ночью опять эти бегающие зомбаки. Мне очень удобно с ними. Кто-то уже здесь сдох, что ли? Ну-ка, ну-ка. Вот же не было никого. Кто мог успеть
напороться на колышек. Курочка, ты посмотри, какая молодец. Принесла мне перышки. Спасибо. Так, пойдем скинем сейчас все. И, в принципе, наверное, поеду домой, поскидываю лишнее. Возьму, кстати, одежду. Что-то у меня персонаж подмерзать здесь стал периодически. Наделаем еще бетона. Камня нафармил немножко. Так, сейчас сделаем снимок такой. Не знаю, насколько все это будет видно. Но вот примерно так. Получается, да? Не такая эпическая стройка, как в прошлый раз получается. В прошлый раз мы чуть ли вот так не пол стены этой все снес. Но там я действительно упоролся. Больше мне так не хочется упарываться прям по-серьезному, надолго. Ох, замерзать опять начинает вроде как. Сереть все в глазах, да? Хотя не вроде температура нормальная. Не поймешь здесь. Переходишь чуть-чуть это, вот там в бок. Сюда перехожу, минус, он начинает замерзать. Туда чуть-чуть в бок, все тепло, хорошо. Так, ладно, поехали домой. Эпическая стройка. Ну и камушки здесь есть, металл, там все дела, если что, можно пофармить. Тут дофигища. У меня такое ощущение, что эти камни, камни респятся. В тех местах, где я их уже сбивал, они, по-моему, заново появляются. Хотя, может, это просто глюк, может, я не все просто убивал эти камушки. Чем я сейчас буду заниматься в безопасности, пока я дома, да? Так, камушек нам не сюда нужно. Я сейчас наделаю бетона. Благо, у меня появился камень, а песка я уже наделал с предыдущего камня. Так наделал, что ничего не осталось. Так, мы сейчас наделаем... А что, можно прям с этого что? Нет, нельзя. Я уж слюни распустил. А что так мало? А, это 1550 будет. Это же по 10, да? Окей, давай. Миксуй, чувак. Или чувиха, вернее, получается, да? Песочек. Все, пошла жара. Так, можно еще на порох пороха накрафтить вот здесь вот и покачать таким образом гансмитинг. У меня он стоит как раз. И, соответственно, что еще? Что еще? И поделать всяких полезных штук. Лопата что-то у меня как-то быстро стерлась. А вообще хотелось бы, конечно, металлическую лопату сделать. Вернее, стальную. Металлическая-то как раз и стерлась. И надо вывести глину из крайней печки. Ну вот, короче, куча бытовых дел. Сейчас этими бытовыми делами я и займусь. Надеюсь, те зомбачки убегут, которые были. Если не убегут, то придется их вручную оттуда с горочки спускать за ручку. Так, где у нас оголовок лопаты? Так, это айрон, да? Шоул. А нам нужен стил. Давай, может быть, даже две штуки сделаем. А может быть, даже и три, да? Пускай будет. Поскольку она там жрет? 400 металла, обалдеть. Дороговатый крафт, конечно, стал. Но что сделать? Так, эту вот штучку надо починить. К сожалению, в этом не нашел. Мисс Крафтинг, что там качать? Обычно указывается какие-то вещи. Так, надо закрыть, заново открыть. Глючит, блин. Просто типа quality, здесь типа с каждой прокачкой показывает, сколько процентов чего-то там выявляется. Репейр, там ремонтный, стоимость там, потери качества и все. А из чего, где, в какой группе, что крафтить с этого мисс крафтинга, хрен поймешь, блин. Это только чисто опытным путем получается нужно изобретать. Может вот это вот, но это я даже не умею крафтить еще, да? С другой стороны, этот нож для травы, блин, он так нужен. Редко, ничего страшного. Разберемся. Вот чем интересен, с другой стороны, этот мод, опять же, такой интерес. Тем, что... Ай, блин, прозевал опыт. Хотя, с другой стороны, у меня Blacksmith вчера прокачался на 100, так что не особо имеет смысл. Чем интересен, да, этот мод? Тем, что ты, получается, как бы постоянно ищешь, а что же такое нам... сделать нужно, чтобы прокачать вот данный скилл, потому что толком ни описания, ничего нету, блин. Не, конечно, есть у некоторых скиллов, типа, он показывает там, типа, следующий уровень, откроет такие-то, такие-то, такие-то рецепты, да?
Вот. И можно предполагать уже примерно, да, с этой ветки, что там можно еще крафтить. Вот, блин, мискрафтинг. Раньше мискрафтинг был, это фреймы крафтишь, по-моему, если не ошибаюсь. А сейчас это фреймы, это отдельная, получается, вообще ветка, не относящаяся к мискрафтингу. Ну, мискрафтинг, то есть разная, крафт разной фигни, вот так вот скажем, да, в вольном переводе. Сейчас они никак не соотносятся. Ну вот у нас наступила ночь теперь. Кстати, нужно обязательно взять с собой одежду. Какую-нибудь тепленькую. У меня там, в принципе, валяются всякие штучки. Надо с собой что-нибудь взять еще теплое. В принципе, эта куртка достаточно хорошо греет, 22, но, блин, замерзает персонаж временами, а поэтому тяжеловато. Нужно быть ко всему готовым, да, что, опять же, сверху какие-нибудь дровосеки свалятся или еще кто-нибудь, какая-то орда пришла. Хорошо, что она сбоку пришла, да? А если бы она сверху пришла, они все прям как горох мне на голову бы посыпались. И я бы уже от них не отбился. Ну ладно, ребята, оставляйте комментарии, советы, что вы думаете по поводу того, что у нас сейчас началось, эпическая новая стройка. Вот, может быть, какие-то подсказки или еще что-то будут, какие-то идеи. Во, идеи, самая главная идея, что-то может быть новенькое. Я уже, в принципе, прикинул, что и как, что у меня будет. Но только, получается, нижний входной этаж, там пока еще не это. У меня в планах, я думаю, может быть, потом выше сделать террасу, где можно будет это... выращивать что-нибудь, да? Там сделать какие-то там, не знаю, может быть, балконы. Посмотрим, в общем. По идее, с этой скалы вообще можно многоэтажный дом забацать. Но, опять же, это все дело времени и ресурсов. В общем, оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Ну и всем, ребята, удачи, всем пока.